Из Челябинска будет летать больше самолетов, а сам аэропорт станет крупной базой для компании «Уральские авиалинии». Перевозчик откроет филиал в столице Южного Урала. Об этом сегодня на встрече с Борисом Дубровским сообщил глава компании Сергей Скуратов. Сейчас в области уже живут и работают около 30 пилотов авиакомпании. Этот штат будут расширять. Бурно развивается и сам аэропорт. В уральских авиалиниях посчитали, что открывать филиал в Челябинске рентабельнее, чем в других регионах. Планируется, что в нашем городе будет базироваться часть самолетов, а число рейсов увеличится. Борис Дубровский проект одобряет. Заявляет, что это особенно важно сейчас, когда Челябинск претендует на проведение саммита ШОС в 2020 году. Добавлю также, что в ближайшее время планирует открыть регулярный рейс Челябинск-Стамбул и первая на Урале международная компания «Турецкие авиалинии».